Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В региональном министерстве внутренних дел прошла коллегия по итогам 2017 года. В начале мероприятия министр ведомства Александр Щур остановился на приоритетных задачах, которые предстоит решать сотрудникам в наступившем году. В целом, оперативная обстановка на территории региона характеризовалась увеличением количества преступлений. Вместе с тем, сохранилась тенденция к снижению числа тяжких преступлений, в частности, убийств и покушений на убийство, число которых сократилось на четверть. Почти в два раза возросла раскрываемость преступлений, относящихся к категории прошлых лет. Всего отделом экономической безопасности и противодействия коррупции за прошлый год было выявлено 32 заведения, функционирующих под видом биржевой деятельности. Изъято более 300 единиц компьютерного игрового оборудования и прекращена деятельность 12 игорных заведений. Кроме того, особое значение для жителей республики имеет вопрос противодействия кражам скота, количество которых в прошлом году возросло практически на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего было похищено более 3000 голов скота. Материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 65 миллионов рублей. Приоритетными в нашей деятельности являются задачи по защите имущественных интересов граждан, стабилизации обстановки в общественных местах и на улицах республики, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений. При этом будет ужесточен спрос с каждого руководителя. Подводя итоги коллегии, министр МВД Тувы выразил уверенность, что все поставленные перед органами внутренних дел задачи будут выполнены. Работники Буринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Кахемском районе привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной политики Тувы. В соответствии с приказом министра ведомства, специальной комиссией проведена внеплановая проверка деятельности социального учреждения. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены заведующий отделением и бухгалтер. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей была уволена Костелянша. В отношении директора учреждения решается вопрос об увольнении, который приостановлен в связи с ее уходом на больничный отпуск. Отмечается, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия мер и возбуждения уголовного дела в отношении лиц, фигурирующих в видеоматериале. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. В минувшие дни в полицию обратился 46-летний житель Кызыла с заявлением о разбойном нападении. В ходе проверки было установлено, что возле одного из домов по улице Калинина неизвестный, угрожая ножом, похитил сотовый телефон, документы, банковскую карту и деньги заявителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Полицейские установили и задержали подозреваемого, причастного к совершению преступления. Им оказался безработный, неоднократно судимый за совершение различных преступлений кызылчанин 90-го года рождения, который сознался в содеянном. Предварительное следствие продолжается. Тува занимает 36-е место в России по количеству выписанных электронных больничных. Систему электронных больничных листов как пилотный проект запустили в республике еще в начале 2017 года. За это время врачами было выдано более 2000 электронных листов о временной нетрудоспособности. Врач имеет право оформить такой больничный лист по желанию пациента при наличии у него электронной цифровой подписи. Нововведение сократит бумажную волокиту как для врачей, так и для самих граждан и поможет избежать ошибок. С введением электронных листков нетрудоспособностей мы отмечаем несомненные плюсы. Во-первых, это взаимодействие между структурами, то есть упрощение взаимодействия, то есть создана база, цифровая база данных о пациентах. Далее, между организациями не надо пересылать информацию на бумажных носителях.
Во-вторых, это проще заполнять электронные больничные листы. Кроме того, электронные листы о временной нетрудоспособности помогут искоренить подделки. Не секрет, что фальсификаты были и есть. И чтобы проверить подлинность больничного, работодателю приходилось обращаться в медицинское учреждение. Теперь, как только человек готов вернуться на работу, электронные копии документа посылаются работодателю и Федеральный фонд социального страхования. Ну, на сегодняшний момент у нас на территории Российской Федерации электронные листки нетрудоспособности выдают 24 лечебных учреждения. И ими выдано на сегодняшнее число более 2200 листков. И мы для работы заключили соглашение с 900 организациями, страхователями, которые уже работают с электронными листками нетрудоспособности. Технологическая готовность медицинских учреждений региона для перехода на электронные больничные листы практически завершается, говорят врачи. Также стоит отметить, что наряду с электронной версией листка о временной нетрудоспособности получить больничный можно и в привычном виде, то есть на бумаге. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные» компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица, в Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью минус 42, минус 44 градуса. Днем минус 32, минус 34. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.